Модификатор melt – это модификатор плавления. Модификатор, в котором, в принципе, очень-очень мало каких-либо настраиваемых параметров. Есть только сила и процент таяния, скажем так, или плавления. И следующее – это имитация чего, точнее, имитация плавления чего у нас будет происходить. Лед, стекло, желе или пластик. Красивее всего, конечно, выглядит желе, если вам нужно, например, будет для анимации что-то сделать. Но, опять-таки, для анимации чего? Потому что сейчас вот мы увеличиваем цифру amount, и у нас сначала все расплавилось, а потом якобы начинает растекаться. При увеличении вот этого значения, то есть процентов плавления, допустим, давайте на 100, картинка будет красивей. У нас, видите, появляется объем, и все растекается. И мы прям видим, как оно растекается. Очень-очень красиво. Естественно, чем больше полигонов, тем красивее картинка будет. Лед, он говорит, что будет плавиться как-то вот так вот. И, в принципе, реалистично. Со стеклом вот так. Также здесь можно изменять, как обычно, как в большинстве модификаторов, ось, по которой будет происходить изменение. Если применить, допустим, по Y, это ну, будет вот так. Кстати, очень даже похоже на... Ну, можно использовать, допустим, для анимирования якобы пули. Допустим, у нас вот здесь вот, как раз вот по краю экрана, будет стоять, допустим, стена. А это у нас вымышленная пуля. Вот она у нас летит, летит, летит. И как раз в момент попадания... Начинаем увеличивать amount. И вот она у нас якобы попадает в стену и ее разносит. Ну, такая мягкая пуля, скажем так. Ну, по X, в принципе, по оси X будет то же самое. Ось Z у нас, так сказать, стандартная, дефолт. Вот, теперь давайте перейдем на более высокополигональный элемент и сделаем то же самое. Вот, например, у нас есть желе, и мы увеличиваем силу. Вот оно у нас тает, очень красиво, плавно, но все как было, так и остается. Это все потому, что мы не увеличили значение растекания, так сказать, нашего элемента. Сейчас мы его увеличиваем, и оно становится более округлым, более красивым. И вот мы смотрим, как оно у нас растекается. Если увеличить количество полигонов еще больше, соответственно, картинка будет более красивая. Давайте посмотрим, как у нас якобы таял лед. Вот так. Честно говоря, охотно верится. И вот как раз оно уж может вот так вот растечься. Вот, собственно, и все параметры в мелте.